Забавно. Так, ну что, у нас голд 0 на рейнджере. Поехали. Ранняя ягода. Как будто бы здорово, но в то же время рерол. Лук по скидке. Сделаем шипастый лук сразу. Пойдем в шипы. Ей, шипастый билд. Все время моего рейджа не уяз был. А, короны. Кстати, у него короны еще выиграли. Реально, наверное. Да, у него корона див. На одну корону хватило. Ну вот, возможно, одна корона, да. Если у Губерта Бонга Камс. Вряд ли. Блин, чеснок как будто хуже песка. Столько места занимает. Второй еды нету. Раньше хотя бы она с бананом стартовала, а сейчас... Можно было еще получше разыграть, чтобы свинка больше макс хп дала, но... Я уже этого не сделал. Лута. Галечки за один, что-то пахнуть факел просто, что ли. Что с ним потом делать буду, с этим факелом, понятия не имею. Ну банан-то точно надо покупать. 1.7, 1.4. Не хочу факел делать. Не хочу. Факел. О, апщит сейчас будет больно, но... Блин, а у меня шипастый лук, который... Кстати, нет, не будет больно, потому что у меня ранжовая пушка. У него никакого оружия. Ну, сори, но... Ну, нет. Вообще бы очень хотел через шипастые перчатки потыкаться как-нибудь. Кстати, Валрус Таски, мой главный итем в билды. Найс. Купить ли еще банан? Банан! Для третьего лука, для перчаток, для чего-нибудь еще, не знаю. Но... Каменные перчатки ОП с топором. Я, кстати, как-то каменные особо не пробовал, на самом деле. Как можно скипать банан? У меня тут уже в фанипаках. Какая странная расстановка. Боже мой, Губерт не так важен, как увеличить урон второму мечу. Это победа. Что делаем стального, как обычно? Блин, вот стоны дорогие. О, кстати. Gloves of Attack. Атацк. Gloves of. Тема. Сейчас не хочу камни брать. Шапка вся клевая. Сейчас брать не хочу. Там и свинку можно было огнем разложить, да. Скорее всего. Надо было только... Хотя, да, надо было лук ускорять, а не меч. Почему я ускорил меч? И вот два лука и шапка. Два лука под геройским мечом, но без бананов. Чел, у тебя должна закончиться стамина. Лоу, кста.
Может, без Губерта? Билд без Губерта? Вы чё? Невозможно. Что за глупости такие вы говорите? Невозможно. Кощунство. Предлагаю прописать бан всем, кто это предложил. Ты закончился раньше стамины, да, я заметил. Фу, кому нужен камень, когда есть свинка. Заточечки, шипочки. Че, два банана справятся с вот этим куском регенерации? Не. Все-таки быстро бьют, еще и по щиту попадаем. Два эмпауэра. Еще луки. Больше маленьких шипастых луков я не знаю. Наверное, торнвип не буду брать. Перчатки и меч местами. Да уже. Такое. Губерт. Еще перчатки шипастые можно попробовать сделать. Хочу играть на шипастых перчатках. Какого губерта я буду делать в этом забеге? Понятия не имею. Скорее всего, никакого. Просто купил его по скидке. Потому что шипастого губерта ананасового не существует. Shield of Valor. Дорого. Нерентабельно без... Есть морковь. Да морковный кусок говна. Заклинзи 3 рандомных дебафа и получи 2 эмпауэра на 4 секунды. Ну не скелится, Влейд. Морковный губерт существует для того, чтобы создать из него радужного. Все. У него нет другого предназначения. Но пришли в Эдстоуны по скидке, а я меч уже продал, да? Всем Валру Стаски уже хрен найдем. Они очень нужны. Есть ананас. Масс на воине, ну, даймонд, который пытались апнуть сегодня. Пока не очень получается, честно говоря. Так, один нормальный забег был на топорике. Че с удачей вообще? Две есть. Больше не стакаем, потому что нечем. Ни ягод, ничего. Че, берем Poison Ivy? Ну, да. Продолжаем.
Фанфары дают манну. И эмпауэр, кстати, рандомно дают. Как будто бы на самом деле может зайти сейчас в билд с, мали... с микролуками. Да? Как будто бы очень даже может зайти. Еще перчатки, блин. Ну... Ту-ту-ту. Только Губерт не это не рабочий. Ну, слушайте. В принципе, выглядит прикольно. Но на деле я не думаю, что, блин, фанфары. Надо было ягоды заранее еще какие-нибудь покупать. Что фанфары это рабочая тема. Еще бы вот здесь вот как-то что-то ускорить, а не, анан... а не банан. Не знаю. Есть ли смысл в героях Поушине? Ну, типа, если я пытаюсь сделать билд на эмпауэре. Есть какие что-то вообще, что работает от эмпауэра, кроме, ну, очевидно, быстрых пушек, да, например. И вот этих вот шипастых перчаточек. Блин, они нормально так накликивают. Дэмэдж. И это там щит был. Почему Таск Покер нанес больше, чем Клоус в атак? Как так вышло? 6-7 урона у него. У этого 8-9. Стреляет он со скоростью 1.55. Эти бьют... А, потому что он в щит попадал. Логично. Молоток Берса. Да, я об этом и подумал. Вообще, ну-ка... Типа... Все? Еще бы вампирку... Ага, какую вампирку, если я с луком... Только большой меч. Ну, большой меч никак. Никак, абсолютно. Не заходит в данной ситуации, наверное. Уголек поджечь. Вот перчу, это на самом деле клевая тема. Вот это скорее вопрос, хочу ли я, в принципе, дракона. Он быстро... Он тоже работает от эмпауэра. Он не жрет стамину. Он... Как будто ничего так на самом деле будет дракона добавить во все это дело. Только как? Самые крутые лучницы с крысами. Да, мы это сегодня заметили. Именно поэтому мы сегодня... Не... Мы сейчас не играем в крыс. Блад Губерт, кстати. Почему я об этом не подумал? Блин, потому что луки. Оружие. Но они быстро прокают. Ему не так важно. Ну, это просто steel life, это хорошо. Лучше, чем heal life. Вот бы empower работал на Blood Губерта. На steel life. Вдруг работает? Weapon damage. Но он не считается weapon. И это не damage. Это item activation. Катка на берсерке. Удивительно, мы проиграли челу с кузницей, с наковальней. Так и закончилось.
клево, если бы в этой игре был отдельный от ранкед режим с кастомными предметами и модами. Да. Я уже думал, что ты все рецепты открыл. Нет, есть вещи, которые я так и не хотел вкрафтить пока. Бессмысленно. А что там осталось? Только лунная броня, по-моему, и большой вроде бы шипастый лук, да? Что ядовитый я смотрел, а вот шипастый я все еще не крафтил. Я как-то выигрываю. Ну, тут, может, и враги не сильные. Все как обычно, да? База. База. Еще быстрее все прокать, да зачем? Вау, рустаски, пожалуйста, есть. Вопрос. Лук или еще одни перчи? Я думаю, что еще одни перчи. Ай. Всякие туда держать, складировать, черт. Ок. Есть. Точно не могу никуда поставить, да вроде нет. Какой же странный билд драконы. Но у меня нет шипа, щита вернее, святого. У меня, в принципе, типа, я вообще урона им не наносил. Медиум. Блайндового Губерта, наверное, потому что... Если найду, поставлю. Что он самый клевый из того, что я сейчас смогу найти, да? Так, у меня есть, во-первых, угольки, да, во-вторых, огоньки, в-третьих, скорость атаки здесь все еще меньше, чем у... Ага, понял. Может быть, возможно, есть смысл вот так делать, потому что эти дамажить должны больше, а значит и критовать, значит и... да. Блайнд-шипы, блайнд во врага, как бы. А, ну да, логично, я же через шипы играю, врага, это небольшая мисс-синергия. Кто взял алмаз? О. Тостер, что ли? Ну так, замечательно. Почему нет? Ну, пора бы уже. На ком он там себе сегодня апнул? Вампирик, не, я все еще почему-то думаю, что шипастый Губерт круче, блин. Не знаю. Ой, шипастый. Шипастого не существует. Ну, вы поняли. Взяли песочек. Вещи рядом с Губертом как-то поставить. Слишком много слотов будешь занимать. Может, и не будешь.
смотрите-ка. Перча здесь, это минус поиза на Айве. Ну, так ли важно шансы резистить любые дебафы за нейчурайтом? Как будто бы все равно дамаг полезней. Хрен его знает. Что если... Да. Только что собрал убермага на драконах петах. Прошел без поражений. Хз, что его может победить? Хорош. Класс. Кольцо поставь справа. А почему? Эти штуки больше урона вносят, чем луки. Или что ты имел в виду? Колоссов вот так. 71, 55. Луки, конечно же, урон не нанесли. Я что-то против чего-то легкого, по-моему, был. Губерт все руинит. Возможно. Слишком мало удачи. Шапка по скидке. А, чё? Ладно. Перчатки и кольцо. И большую сумку. И вот этот лук, кстати, как будто бы руинит тоже. Идеально расположу птицу. Черт. С иглой. Свободный Фанни. Нифига себе. Такое бывает. А тут точно много Nature темов. Так, не такой уж и свободный получается, да? Потому что сюда нужно... запихать один nature item, и этим nature item он должен быть песок. Ну, не знаю, слабая херня, конечно. Жесть какая слабая. Птица точно норм. Четыре этих всего накачивает. Так сильнее будет. А, или нет? Я не знаю. Не знаю. Пойдем добивать. Это девятый раунд уже. Давай. Мне еще всего-то 5-6 раундов надо не знать. Стамина начала заканчиваться. Я выиграл.
Я выиграл, как бы, Рипера с котлом. Птица спит, да, рядом с кроликом хорошо стоит с иглой. Морковка. Странная херня, ну, уже что? Что есть, то есть. Да? Ой, я не смог выиграть Кальцифера. И даже не довел его до Феникса, кто бы сомневался, да? Шипастые шипы, шипочки. Рейнджер топ. Да, согласен. Да. Нарков Нейчер... Губерт будет Нейчер темом. Будет. И может быть он на самом деле не так уж и плох под эти кловзы в атак все. Когда его собирать? Типа, они быстро бьют, он дает 4... 2 эмпауэра. Мне нужен щит и броня. Вот и я думаю над этим. Потому что у тебя не чиби-версия. Нет, я думаю, что чиби-версия тут ни при чем. Блин, я, честно говоря, не хочу этот. Опа, здрасте. Это последний лук. Получается, второй лук. И камень мне, кстати, тоже нужен. Удивительно, но нужен. И песок тоже можно купить. Да, я мог бы сделать перчи, но мне нужны шипы. Ну, шипов не знаю. Мог бы сделать третьи перчи, которые ставили бы вот сюда и были бы, наверное, жесткими. О, 14 блайнда. 7 блайнда. О, 14 блайнда. О, 7 блайнда. О, 2 блайнда. О, 13 блайнда. О, я проиграл крысам. Ай, зачем пытаться что-то с шипами делать? Зачем? Зачем? Почему кто-либо захочет этим заниматься? Никто не знает ответа на этот вопрос. Зачем, мистер Андерсон? Именно. Че, большой шипастый лук делает? Почему бы его не собрать? А я не знаю. Вот в чем прикол. Камешек не, камешек нейчеру, нейчурайтом. Джим, не поменялось? Ну нет, поменялось кое-что. Фара хуже работает. Я все-таки залочу корону, пускай будет. Я манну с фанфары фармлю. У него нет щита, возможно, для меня это победа. Но у него есть неуязвимость. О, стамина закончилась. Кстати, хоть какой-то, хоть один интересный берсерк. Берсерк с экскалибуром. И тотемом.
Ну нет, ему с сырами не повезло, он сыры не нашел. Были бы у него сыры, он бы сейчас меня уничтожил, скорее всего. Сюда бы на один вправо сдвинуть, чтобы... Игра есть русский. Игра отличная, русского нету. Откуда у меня нож? Давно он здесь лежит вообще? Всю жизнь, да. Еще бы бананчик какой-нибудь или бан. Блин, мне еще драться и драться, а как-то это заканчивается. Шлем под две свиньи, не, пускай вот так вот лежат цепочечкой. Скоро Губерта надо выкинуть, наверное, взять вместо него две банки. Вампирская пускай тоже будет. Надо было... Не знаю, как заставить их работать вместе. Бьюсь об шипы. Сам шипастый, бьюсь об шипы. О, кстати, еще один чел, который собрал два Бладторна. Но он не нейчер, и у него нету миллиона чего-то там маны на старте. 9 эмпауэра. Зайцы с лаки свином не лучше состакать вместо короны. Свин не работает на зайца. Нет ни одной механики рандома. Морковка. Че, успеть сделать морковного Губерта перед концом игры? Но, видимо, не успеть сделать морковного Губерта перед концом игры. Здесь прям надо было тогда вампирского Губерта делать, я думаю. Слушайте, надо было любого сделать с такой скоростью проков. Реально, вот зря я вампирского не сделал. Местами банан и стамину плюс от будет. Да. Ягоду на ананас. Можно. О, драконы, это смерть. Щита нет, все. Тут мгновенный рип. Если не блайнда, не щита, то есть шипастый билд против драконов. Типа, что, у меня стамина закончилась уже. Банка какая-то выпилась. Неуязвимость. Я выиграл, что? Я хоть и говню билд, но почему-то я выиграл даже драконов, которые, ну, как будто бы должны выигрывать шипастый билд на перчах. Мне им по... Че? Я не знаю как. Причем у него достаточно хороший дракон. Нож ему не нужен. Это вот ошибка. У него ничего не делают блат амулеты. Окей. А сколько я нахилился вампиризмом? 76. Банан уже... А, нет, все еще влезет. Тут
это уже не важно на самом деле, но камень есть камень. Еще один Strong Potion. Еще меня корона внезапно, кстати, спасла. Еще одно кольцо на крит было. Может быть, стоило его взять, не знаю. Я вот вампирку искал. Нашел. Немножко не Nature Item, правда, но... Ну, странная дичь, конечно. Губерта смени. Ну, он как бы хилит все еще. Все еще ускоряет вопель Тинкера. Еще и банки, оказывается, можно было нормально переставить. Я думаю, у меня я не настолько много стамины трачу, чтобы все это выпилось. Но, в принципе, может быть. Если хотя бы один щит, есть щит, это даже хорошо. Ананасы, перчатки, Бладторн, 16 шипов. Я бы шипы сейчас умру, походу. Сам играю в шиповый билд, но умираю от шипов. Какое говно. В чем банки-то? Потому что стамин должен заканчиваться и давать им пауэр на эти, на шипочки. Почему не банки? Какое говно, пойдем рипером поиграем. Не хочу брать метлу, хочу нормальные пушки. Блин, это не метла и не пушки, и... Меч, ура. Есть молот, и можно... Хм. 2, 6, 7, 8... Вот кто-то удивится, когда увидит меня в оппонентах. Ой. Да блин, да нажми. Что? Стан. Банана нет. Настукана по шапке. Еще свинья. Ножи нужны, да? Можно щиточек, в принципе, взять. Чтобы мне еще сейчас не ролить и... Стоп, 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 стоп. Стоп. Вот теперь идеальная расстановочка. Здрасте. Блин, у него лук. Ну и меч есть тоже. Щит сработал уже один раз, хорошо. Банана нет, может... А, ему стамина не хватит, у него сковорода еще зачем-то. Изи. Первый нож. Кастомер карта не нужна. Да? Нож нужен. Вот за счет этого молот, конечно, классный. И ведь и самое прикольное, что за рипера можно и не выходить в другой билд потом. То есть молот все так же остается классным. Манаорб. Знаете, чего мне не хватает? Какой-нибудь кнопочки... Типа правой кнопкой нажать на предмет и посмотреть, а во что бы его можно собрать. Чтобы не выходить во вкладку рецепты, да, а вот так вот вспомнить чисто. Банан Б. Да. Вы правы. Главное, чтобы врага щита не было.
Вертикальку насунку у нас куда? Да, уже вроде сделал. Да, без банана с молотом играть очень грустно. Но мне ни один пока не падал. Но я сейчас на экономике от свиней найду банан, по-любому. Но-но-но-но-но. Блин, а вот кастомер-карта, это даже плохо. Мне свинки, комонки, бананы, комонки. Камни, по-моему, не так уж и плохо пихать в хаммеры ножи. Это тоже своего рода экономика. Я не нашел свинью, и это я зря сделал. Да, надо было ролить на свинью, по-любому. Нужны были свинороллы. Даже один ход без свиньи, это все, это минус деньги. Это ГГ. Хаммер ни во что не апается. Хаммер сам по себе гигачатский. Во-первых, сам факт стана 50% жесткий. Во-вторых, урон у него крутой. Во-вторых, он еще и ножу позволяет бить. То есть он реально мощный. Блин, ну сковородка меня может побить, особенно с банкой, нет. Свинота! Кстати, шапка. Чего, три свиньи было? У меня уже тоже было три. Да, фанипак. За что? Да блин. Успеет ли чипит аметист прокнуть больше одного раза? Скорее всего, нет. Камень лучше в кинжал, он бьет куда чаще. Ну, чтобы снимать с врага бафы, да, наверное, был смысл. А, не, подожди, что ты имеешь в виду? Что этот камень, который красный, нет. Красный камень всегда в молоте. Блин, этому я, походу, проиграю внезапно. Вот опять вот шипастик, к которому мы слились, жесть. Ну, слиться шипастику, когда играешь в ножи, на самом деле ничего удивительного. Блин, Губерт. Потом расставляться сложно будет под Губертом. Не хочу. Вот не в этот раз. Хард-контейнер. Если как темный итем, не, вряд ли. Не взял Губерта. Вот так вот. И бананы нужны. Мне еще нужны бананы. Вот если бы, кстати, фиолетовый был в этом. Вампирки. Единственное, лучше, наверное, вампирские перчатки, чем броньку сейчас. Так, вампирка 100%. Броник, наверное, подскипнем. Блин, я свинью не нашел. О, нет. No, свинка. No, свинка for me. Oh, no. Отстойно. Я думаю, вампирский кинжал или... Блин, кинжалы тоже такие себе. Кинжалы лучше ядовитыми делать. Так, нож снимай, пожалуйста. Шипы, пожалуйста. Снимай шипы, пожалуйста.
Он нож не снял ни одного шипа. Может, он ману снимает? Ну или хит, конечно же. А вот если бы была броня, да? Снял 10 шипов? Ну, не уверен. Думаем, думаем, думаем. Дорого. Дорого, наверное. Сейчас надо что? Сейчас что важнее всего? Найти что-нибудь перчево-вампирские найти под молоток, чтобы чаще бил. И бананы. И свинок. Не-не, дорого буду покупать. Всю экономику просру. Экономику в виде свинок. Блин, так забавно, что можно лочить прямо здесь. Прям прикольно. X-Blade без раздумий, да. Фига себе, темная фласка по скидке. Блин, убери сумку. Много чего по скидке, да? И немного чего из этого мне так сильно прям нужно. Еще двигать сильнее, да? На один слот. Так, так. Давитый нож сюда. Как банан теперь расположить? Панипак. Плюс гриб. Заточка. Блин, заточка, конечно, говно. У меня есть такое барахольство, конечно, в этой игре. Я вот иногда собираю то, что как бы вот не надо собирать. В плане, вот я сейчас... Давай, надо всегда следить за своим количеством денег. То есть 4, 6, 7. Я могу купить шапку. Шапка — это всегда круто. Звучит как совет для жизни. Да, это важно. Экономическое воспитание. Как это называется? Вампиризм. Две штучки мало. Две штучки очень мало. Перчи нужны. Найс. Мне нужен темный, конечно. Тыква работает. Просто кидается раз в 5 секунд и может застанить. Что тоже сильно, кстати. Щит в мейн-сумку подвинуть. Тема. Темная тема. Скорость банан. Чего такое, тварик? Шапку поменяли после демки, да нет, вроде плюс-минус такая же. Сейчас просто вот станы есть, шапка не зря, и у него тоже шапка. У него, кстати, крафтит кристалл все-таки в шапке лежит. Блин, у нас с ним вообще все идентично, только... Я только сейчас понял, есть одно но. Он играет лучницей. У него нет курса даггера. Ой, блин. Да, такой...
Какой момент не предусмотрели, да? Сумка внезапно нужна. Флейта? Не нужна. Акуроси есть. Ну, стамину восстанавливать, конечно, да, но... Как будто бы не очень нужна. Скипну. Святой меч хороший под курсет даггером. Свинка не в молотке! Я ее уберег от этой ужасной участи. Погладить свинку. Карты. Еще и молот. Lovers. Всегда забываю. Блин, вампирская броня, опять же. Гейн две вампирки и получи, и конверти этот. Блин, если я еще мана шилд буду вдруг делать, а я, скорее всего, буду против всяких драконов его делать. Давайте, может, все-таки бахнем. Есть два слота, значит, я могу это раскидать. А, ну. А, дерьмо. Вот теперь, кажется, все на своих местах. Камень в молот? Nope. Хотя какой? А, ну, это можно. Ты, кстати, чаще бьешь? Чаще бьешь. Яго... В угол между грибами. Идеально. Не, подожди. Нет. Нет, не идеально. Лучше банан ускорять. У меня стамина не хватает. Я от этого задушился, от того, что ты, у тебя не получается одну маленькую штучку вкинуть куда надо. Ну, бывает. Бывает. Что поделаешь. Звучало довольно пуш. Как же я вампирю? А, ну, он только объединяет топоры. 27. Рад, что можешь сделать ЧМБ и кормушкой на рейнджере. Так да, да, да. Рейнджер Губертов сейчас собирает просто... Просто жесть как. Блин, как будто лайтсейбер хорош, если уйти от молота. Ну зачем уходить от молота, когда у меня три ножа? Не, ну... Еще одна вампирочка, отлично. Вот эту точно надо будет в перчатки впихнуть. Впихнуть невпихуемое. Еще и банан есть. Внезапно продать ягодку. А, хочу ли я бананчик?
знаю. Наверное, да. Почему-то, может быть. Может, камень в молот для скорости? А ее не хватает, скорее всего. Ребят, учитывайте. Я почти уверен. Ну, давайте... Нет, с молотом никогда не хватает стамины, даже когда у тебя два банана и героик поушен. Поэтому камень здесь должен лежать. Ну, сейчас посмотрим. Раз. Два. Банка уже выпилась. Три молота out of stamina. Классика. Темную броню. Щит. 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 Щит, 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 щит. Уникальный губерт у Рипера. А у них у всех, все губерты плюс-минус одинаковые практически. Там между ними минимальная разница. Подождите, почему я свинку не купил? А? Сейчас бы свина не купить. Жесть. Два щита. Ну вот сейчас стамина под тремя ножами закончится еще быстрее. Банка уже выпита. Кажется, как будто бы банан все-таки бананы полезнее, чем банка, да? О, встанем, пока он в берсерке. Четыре вампирки. Мощно. Ну, в общем-то, как и ожидалось... О, вампирик поушен. Вот это вот камень самый бесполезный. Ну, заморозки накладывать, но... Типа... Даже это сейчас важнее, чтобы эти... Снимать... Сумка. Можно подлочить. Свинки нет. Ядовито или два мухомора? Выкинуть мухоморы и забыть об их существовании. Опа, темный. Вау, в смысле? Нихера себе. Он собрал ядобомбу под Дарксейбером. То есть он забил хер нам количество блайндов и просто ваншотнул меня по 50-55 урона. Блин, это прикольно было. Такое не часто увидишь. Вампирские перчи, наконец-то. Так, короче, надо переставляться сейчас. Я-то что-то банок себе накидал всяких разных. Вот надо с ними поработать немножечко. Сейл от сосейл. А, за три всего. Блин, за три клёво. Я бы купил. Не сейчас.
Да, все правильно, все хорошо. Здесь все качается, здесь все усилено, здесь все балдежно. Нормально? Они под молот, кого разбочишь? Камень? Какой камень? Спасибо. Да. Пять Фани под молот, да куда же еще больше? Четыре раунда осталось. Смотрим. Я понял, они больше... Все, я понял. Они не собирают стальных. Им не нужны стальные выберты. Они всегда собирают цветовых исключительно. Я даже ударить не успел пару раз хотя бы. Какие там вампирки, не вампирки. Еще собираешь что-то, да, стример? Чё ты там пытаешься собирать? Вот тебе ёжики, которые ничем не контрятся. Ну. Они собрались для чего? Да не, реально, конечно, почему? Не знаю, зачем мне уголек, но он по скидке. Ещё перча. Молоток. Кстати, о блайндах. Divine Potion. Да. Рить была давно об этом тема. Да не, ну... Сомневаюсь. Таких голдфиш видел не только на ежиках с крысами, но мне не ролит совсем такое. Захзаем. Так, это чел на святом баннере. Я сейчас тоже в блайнды выйду, но может быть я успею его застанить, и тогда у него ничего не сработает перед тем, как получать блайнд. В принципе, на меня же блайнд не работает. Как только... Блин, так это логично. Как только мы наложим на врага хоть немного пойзана, блайнд перестает срабатывать. Стамин нет, до него и оружия как будто не было. Нормального. Как же мне много свинок пришло за все время, прям кайфово. Блин, можно 4 дебафа еще снимать, выпивая банки. В очереди. Это тоже сильно, по сути. О, еще один нож. Однако. Гигарубин. За 8. Возможно... Была ошибка, не знаю. Ладно. Я реролльнул, черт, ладно. Бывает. О, еще вот они. Ну-ка. Я должен это выиграть. Ну, этот явно слабее, чем предыдущий. Хорошо. Но вот этот более таким обычным выглядит, да? Три. Нет, шесть. Сколько? 5 крысок и 2 ежа. Это не 6 ежей, 8 крысок и 2 световых губерта, да? О, я все еще не собрал мана шилд и уже не соберу. Зачем мне еще один банан?
Ну, хз. Думаю, что сильно. Можно делать билд на убийство врага фатигом. Конечно, это темный билд через куклы. Фатиг на куклах работает. У него два ножа. Я уже выпил все свои банки. Кроме дивайна. О, вампирская банка немножко стамины подкинула. Его... А, это уже все, это уже сквозь два феникса, да? Или там один только сработал. Ну, фениксы. Почему один поушен отдельно от остальных? Так вышло. На самом деле можно было по-другому сделать. Какие билды, которые были популярны в демке, все еще актуальны? Стальной губерт с щитами актуален на любом персе. Только теперь это делается с муншелта с щитами. Потом... Святые мечи и дарк мечи однозначно. То есть даже два святых меча. Мгновенный блайнд, враг мертв. Ну там много урона, вот это вот все. Два святых типа. Закапы глазки. Хорошая, кстати, мысль. Что еще? Если бы я помнил все билды. Шипы не, шипы вообще не работают. Вот видос по стальному губерту с щитами. Ну, сегодня, завтра утром, типа, да. Мы вчера их делали. Я сегодня же тоже уже играл губертами. Может быть, не два щита, но... Та-да-ра-да-дам. Так, ладно, вы просили, я исполняю. Критовая лучница. Это получается у нас стрела. Итом активируется, получай единичку удачи. Да, weapon получает дополнительный critical damage. Итемы активируемые итемы дают один удачи. Окей, это может быть два лука, смотрящих друг на друга, два критовых лука. И стрела между ними. Сказать, прикольный билд на огненную девочку. Слушай, там у нас удивительно, но у нее все 5 уникальных итемов дают прикольные билды. Драконы супер простые, ты их собираешь и они работают. Дальше. Что там еще? Лук обычный. Нужен ли мне критовый лук или нет? Не знаю. Наверное, нет. Блин, ну лук это просто второе оружие, которое мне хорошо зайдет. Чтобы я мог хоть немного дамажить. Дальше. В святом билде ты собираешь святую броню, а также святые камни. И желательно святой меч можно тоже. Самый сильный из всех и самый простой к сборке, как будто бы, это на фиолетовой лампе. Светильник на пиромансере не особо радует, значит, ты не умеешь его собирать. Видимо. Вот, на фиолетовой лампе лично мне кажется самым простым и самым крутым. Это он ничего не купил. Это актер. Это, внимание, был актер. Все это под стальным губертом с луком. Луки удобно под стального губерта пихать, но если... А если нет? Думаю, что надо брать все равно. От бананов по скидке не отказываются людям.
С кальцифером ты стараешься не терять огонь ничем, то есть ни одно оружие не берешь на трату огня, даже феникса лучше, наверное, не брать, потому что надо точно добрать 80, чтобы ваншотнуть врага, ну, ваншотнуть соткой урона. Кальцифер — это слабая версия фиолетовой лампы, имхо, на пиромансере. Вот, что еще? Вот банан, который нельзя было скипать. Пригодился. Блин, а я буду какую-нибудь армор делать? Moon Armor. Sun Armor. Как будто Stone хорошо работает. Две перчиковые губернии, два святых меча, две короны и муншит. Это да, это сильно все. Ну, слабее, чем я. До свидания. Вообще видели хоть раз, чтобы кто-то собирал кроссблейды? Ну, кто-то в сильных билдах собирал кроссблейды, я, конечно же, имею в виду. Блин, есть ранее темная... Этот в сковородку предлагает заспавниться. Блин, темный камень просто хорош. Как минимум для шапки, поэтому... Не знаю, его вообще нельзя скипать, как будто бы. Если неправильно расставился, надеюсь, стамины и хп хватит. Банка. Не, ну это слабая ведьма. Собирал на Берсе Изи Вин. Удивлен. Скажу честно. Нужно собрать кроссблейды? Не знаю, не, ну... 6 железок. 6 заточек, это... Может быть, кстати, кроссблейды в криты, да, все еще. А, ну тут... Огненный нож, с этим ничего не поделаешь, скидка. У нас явно будет дофига удачи, поэтому морковки зайдут. Heroic Potion, скорее всего, нет. Перчатки нет, наверное. А, кстати, о перчатках, да? Фалкон. Фалкон под луки можно попробовать. Плюс скорость 30%. Вот фалкон я, может быть, еще соберу вместо Губерта. Хрен его знает. Соберу или нет, ну... Идем 1.3 стамины. Перчатки все же залочу, наверное. Думаю, что справимся в один банан. Блин, удачи вообще как бы нету. Блин, на самом деле морковка сейчас бесполезна. Че, она клинит за дебафы? Какие дебафы? Что такое дебафы? Это я должен выиграть, это какая-то странная хрень. У лучника непонятная. Можно выйти в рипсу, просто отказаться от бесполезных луков, взять рипсу под меч. Может, они не такие уж и бесполезные, все-таки настреливают по 4-6 урона. А это шипы реген забирает. Лего 15%. Повезло. Заточка еще одна.
Мне реально кажется, что чеснок лучше, чем этот сейчас. Бананы нужны, если вдруг у оппонента будет этот. Щиточек. Ну, это слабо. Пандемониумные эти. Subclass unlocked. Ой, ну вы посмотрите на эту красоту. Прямо как хотели. И сразу лук пришел. Окей. Святую броню можно в темную сделать. Холи итемы также темные. 10% шанс каждого дарк итема за протекте дебафа на твоем оппоненте. Не, наоборот, свои бафы как-то надо дефать. Есть такой способ? Свои бафы from being removed? Не знаю. Че, мы сразу же Fortune's Grace делаем? Fortune's Grace. Fortune's Hope. Освобождаем тем самым места. У меня еще минус один лук. Стамина хай. Ядовитый лук маленький, 2.10 урона имеет. 0.4 стамины. Блин, вот его вот так вот собрать, но если бы по скидке было бы клево, я бы, наверное, не отказался. А так. Так, еще раз. Активации дают. Активации дают 40% шанса на этот. Получить единичку удачи. Морковного Губерта. А зачем? Даже не хиляет. Лучше, наоборот, сами по себе морковки круче, чем морковный Губерт. Потому что у нас сейчас билд в удачу. У нас сейчас удачи достаточно много будет со старта. Надеюсь, если эти активации будут работать. Не, кролик лишний. Не понятно, что делать с темным этим. Может быть, каменную броню луки не очень много стамины жрут. Лейт ради удачи. Да не, у меня удача стрела настакает, ребят. Еще раз. Не забывайте, что стрела стакает удачу. Немного. Броню некуда впихнуть. Вместо щита. Вот посильнее будет. Ну, из того, что есть, это неплохо звучит. Так, все оружки начинают жрать больше, да? Stamina usage increased by 20. Тогда надо, очевидно, отказываться от геройского меча и... Блин, хочу как будто попробовать. Хочу попробовать каменную в луках. Луки не очень много стамины съедают. Я уберу стальной меч, я все-таки стальной меч сделаю... Блин, хотя подожди-ка, а меч же атакует дважды, да, Фальконер? Атакует дважды. Фальконером можно... Можно прокать звездочки здесь. И давать усиление для лука. Поставить его вот так вот. Он тоже будет усиляться. Блин, ладно, если получится Фальконер... Либо стальной Губерт, либо Фальконер, я думаю, что... Броню хочу попробовать каменную в луках. Как будто бы должна быть ничего так. Лучше пару шлемов, чем бронь. Наверное. 5 удачи есть. Первый эмпауэр от морковки. И я мертв уже. У него 115 хп. Класс. Обожаю.
Люберин выше. Ну да. Лучше так. Есть еще и щит. А чем сама по себе броня? Че, ремувает от врага шипы, хелс дропс? Блин, ну она просто дает 80 армора. Не, я думаю... Лучше вампирскую сделать. Но вампирская не очень, потому что у нас луки. С другой стороны, фалкон, который бьет дважды. Shield of Valor хорош всегда. Но дорогой. А вот и фалконер. А он все-таки соберется. Интересненько. Супер быстрая птица, которой нет никакого особого смысла. Okay. Стальной с белкой уже лайтсейбером. Ну, этот потихоньку идет сейбер. Сейба! Тихонько идет им бить, да? Так, мне срочно нужны... Значит, смотрите, мы сейчас отказываемся от этого лука. А как встанет сюда второй лук? Никак. Встанет? Смотрите, то есть этот мы точно выкидываем, второй мы тоже выкидываем. Делаем вот так вот и играем фальконер с двумя луками. Жираем стамину как проклятые. Особенно если у врага есть щит. Можно сделать этот лук шипастым. Это единственный лук, который я не делал для рецепта. Ну это явное говно, которое мне не нужно, нет. Оно. Как же я тебя ждал. И стамина сак за 2. Офигенно. Надо всю еду сейчас расставить так, чтобы бананы находились вокруг всего, вокруг, не знаю, вокруг мироздания, и одновременно получали гигантские статы. Еще к тому же ускорить их птицей. И у меня нету... Флейта — это удача? Да, блин, удача здесь стрелой должна стахаться, ребят. Стрелой от фалкона. Что за птица ускоряет проки всего. Хорошего надо ускорять и вот это, но я думаю, это и само справится. У меня есть раз, два, три, четыре, пять. То есть у меня не хватает слотов, чтобы выставить броню, даже если 6, если я очень захочу. Может, все-таки и хватает. Комрад, Натаморок, спасибо. Спасибо за сабочку. Спасибо большущее. На самом деле, надо единичный слот сюда. И давать криты фалькону. Да, конечно. Можно забить на птицу и... Или... Сделать вот так. Приемлемо. Приемлемо.
Фалькон же все разгоняет на 30%. Фалькон это делает, да. Кстати, вокруг него все бананы надо было раскладывать. Твою ж. Бананы правят миром, это факт. Этим миром точно правят бананы. Очень хорошо стоит. Вот прям вот все стоит очень хорошо. Помойку темный кристалл. Вот это класс. Три перестроения подряд, но мы собрали что-то стоящее как будто бы. Сейчас отлетим за секунду. Да. Отлетели. Он под джина накачивать луки, не. Да что, есть шипы и манна, да? Да не, вряд ли. Это шапка под кристалл, да. О! За этого радужного собирает. И, кстати, выглядит довольно неслабо. Броснаклос, правда, повернут не туда. Хангри Блейд у него бесполезный. У него неусиленный берсерк мод. Броня, этот, урон. Урон в берсерке. Че по стамине? Кто-нибудь видел? Мне кажется, что, скорее всего, все равно не хватает, как обычно. Особенно, если есть хотя бы один щит. Мне кажется, надо третий банан делать. Хай стамина двумя бананами не в это. Не вытаскивается. Морковный Губерт. Да, это минус два слота. Да, это... Клен с трех рандомных дебафов. И Empower. Корны очень нужны. Чем больше, тем лучше, чтобы быстрее начинать критовать. Можно залочить, я думаю. Стаминочку. Блин, с другой стороны, я уже почти все паки забил. Драконы. У меня нет щита усиленного. Возможно, проиграю. 4 удачи, криты 75, шанс 58, шанс. Давай, лук, один выстрел. Да ну чего, ну вот стамины даже хватает. Почему, где? Скорости луков не хватает. Стреляют в раз 1.82. Фортуна с Грей 175. Ну вот Bow & Arrow слабый, ну... Я ничего не могу с этим поделать до тех пор, пока мне не выпадет еще два клевера. Мне не падают клеверы, кстати. Thank you.
4, 5, 4, 6. Скорость бы побыстрее, сразу стаки быстрее подниматься будут. Ну тут и птичка наш напевает. Ну куда же еще скорость? Ну, кстати, птица вот лучше, наверное, вот так вот. Разница. Никакой минус. Не. Это лучшая птица, которую я могу найти. Да, забавно. Крысы. Ну, как будто какой-то слабый билд на животных. Дракон откуда-то взялся. Который прокает дважды иногда. Сколько ты урона вообще наносишь? Типа... 7 на 10, x2, критон. Дудку и броню местами поменять. А, можно, кстати, наверное. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ну так хотя бы банан можно сюда запихать. Типа, у нас есть удача, окей. У нас нет урона. А все почему? Потому что, наверное, Губерта нет. Был бы Губерт, он бы хотя бы Фортуна с Грейсу настакивал бы дамаг. Рапиру. Куда? Вместо Фалкона? Или переставлять Фалкон? Был бы кроссблейд. Ну да, вот кроссблейд, кстати, накачивает урон. Звездное оружие получает плюс 10. Это оружие триггерит на 60 faster. Gain plus 1 damage при каждом хите. Да, кроссблейд был бы жестким. Вот, ну, кроссблейд плюс лук, да, но ты его пока собирать будешь, ты помрешь. Как урон? Может, заточки сюда положить? Я не знаю. Одни сумки. Я просто купаюсь в сумках. Я просто купаюсь в сумках. Здорово, Тостер, приветики. Я пытаюсь критовое нечто собрать, и у меня урон 6-9. Спасибо большое за редецкий. Приветики. Когда-нибудь я тебя в ответ зарежу, когда закончу раньше на бэкпаках. Ну, это, видимо, произойдет не сегодня. Обязательно, друзья, подписывайтесь также на Тостер в ответ. Кнопочка подписки где-то вон там вот в чатике на шоутауте. Вот, один из самых сильных и задротных стримеров по бэкпакам. Нет, мега веселый билд. Чё какой. О, камень вернулся. Шапочку. Мега-губернатор, ну типа под под этими, да, под животными. Ну, животные с... И губерты с лучницей, это топчик, да. А я пытаюсь собрать криты, и у меня ничего нету. У меня нету урона, и у меня нету... У меня есть криты, но... короче, дичь какая-то. Гигабонкер с мега-клевером. Клевер сразу со старта дает им пауэр. И ты просто моментально ломаешь лицо противнику 100% критами. Гигабоньк с клевером звучит действительно играбельно. Не думал об этом. А если он дает тебе 30 маны? Об этом ты подумал? Вот где надо брать урон в лук. Других вариков-то и нету, в принципе. Шипы, удача, манна. Да, если лук, то всегда лампа джина. Ну, то есть, тут, ну, вот пока что я вижу, да, два варианта. Первый, лампа джина.
кстати, ману будешь давать. Второй это этот. Второй это Crossblades. Ну, стрелу через Crossblades, ну блин, ну это хер соберешь же. Еще луки друг на друга должны. А, ну я представляю, как они будут смотреть друг на друга. О, Берс вышел. Что ты такое? Демон. Что ты такое? Турн вип плюс эти, понятно. Стальной гу... Да стальной губер-то... Да, но... Да, но нет. С флаской ядовитый лук сделать. Шипы, 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 шипы. На нас что ли купить? Нет, вряд ли. Броню еще где-то надо брать. Для этого надо, нужна вампирская броня, чтобы шипастая лампа работала. Значит, мне осталось вампирский камень найти, судя по всему. Можно немножко количество манны увеличить, попробовать. Нужно вторую лампу джин... Ну, блин. Короче, да, я думаю, что здесь либо джин, либо... Сегодня играл с клевером и подарком выпал мега бонькер, и оказалось, что любой файт длится 5-7 секунд. Блин, круто, круто. Клевер и подарок. А я сегодня всякое разное дерьмо пытаюсь собирать. Ничего не собирается. Нормально, на самом деле. Ну, как-то убил чел. Ну, тут типа чел в куклах. Ну, как-то убил чела. Естественно, убил, потому что у него билда-то нету. Как я мог его не убить, вопрос. Возможно, теперь есть смысл ускорять ананас всеми видами, всеми способами фалконера. Да. А, чеснок еще броню дает. Кста. Главный брониитом, да? Где клеверы? Где грёбаные клеверы? О, нет! Ну почему? Ну как? О, нет. 21 воин. Оно существует... Я ни разу не видел радужных буберток в соперниках. Радужных бубертов. Оно действительно существует. Офигеть. Вот, бесполезное говно лежит. Я нашел бесполезное говно! Ура! Чувствую себя замечательно. Продать эти по одному.
Я долог. Так это последний раунд. Зачем? Тут вопрос лишь вот в чем. Купить ли еще один аккорн, чтобы здесь чаще критовать? They remove 5 armor on creep. Кстати, тостер, я сегодня играл против чела с наковальней на берсерке, да, и топором. У меня был берсерк с кастетом, и он был сильнее. Три драгонскейла. Три спайкет колора. Ну, тут как бы ничего не сделаешь. Вот, но я не знаю, почему. Он просто бил быстрее. И очень сильно быстрее. И не промахивался, потому что...